Добрый день! Сегодня я расскажу вам о парковых розах, которые представлены у нас в садовом центре Gardens. Особенности, о которых знают все, либо подозревают все. Во-первых, считается, что парковые розы, они более неприхотливые и морозоустойчивые. И, во-вторых, их отличает, конечно же, высота. Они могут достигать высотой 1,5 метра и даже выше. Когда мы говорим о хорошей выносливости и о неприхотливости, все-таки мы больше имеем в виду розы-шиповники, да, и розы канадской селекции. Вот сейчас я вам показываю розу сорта Garten Traume, парковую. Такого она нежно-розового цвета. Это тоже розовая роза, мадам Болл, парковая. Парковые розы имеют свои подгруппы. К ним относятся старинные сорта садовой розы, все виды розы морщинистой, то есть шиповник, который мы уже упоминали с вами. Это гибридные группы и канадские розы. Цветут шиповники единоразово, ну, гибридные сорта и многие другие сорта могут цвести и до заморозков. Вот это сейчас я вам демонстрирую сорт Бельведер парковой розы. Начинают розы цвести в конце мая, начало июня. И, как я уже сказала, этот процесс цветения, он часто повторный. И цветут вот такие розы до заморозков. Как вы видите, расцветки всевозможные. От нежных, таких пастельных тонов до ярких, желтых и малиновых. Вот, смотрите, какая симпатичная роза. Сорт Циндерелла, то есть Золушка. Вот ее цена. Вот этот сорт желтый называется Пастилион. Очень крупные, видите, соцветия, их много на одном кусте. Вот это Вестерленд, такой цвет лососевый. Вот шмель прилетел как раз. Стоит она 2145 рублей. Вот очень красивый сорт, мне нравится. Бело-розовые цветы. Роза Октавия Хилл парковая. Здравствуйте. Я тут сторис снимаю про розы как раз. Также хочу обратить ваше внимание на розы канадской селекции, которые в недавнее время приобрели особую популярность. У нас есть несколько сортов в садовом центре. Вот сорт, например, Modern Centennial. Стоит он 1435 рублей в четвертом контейнере. Есть еще вот такой Modern Ruby, то есть от рубиновой. Он тоже очень красивый, насыщенный цвет. Считается, что канадские розы, они более выносливые. Но я скажу вам сразу, это мнение нашего коллектива. Во-первых, мы берем канадские розы первый раз. То есть мы пробуем, поэтому мы никогда не говорим вам того, в чем сами не уверены на 100%. Мы бы рекомендовали все равно их укрывать. Вот, потому что если вы будете розу укрывать, то это всегда гарантия того, что она будет прекрасно себя чувствовать и обильно цвести. Вот тоже очень красивый Modern Amaret, канадская парковая, малинового цвета. Тоже цена у нее 1435 рублей. Укрывает розы, они прекрасно зимуют, такие случаи, они широко известны. Я говорю про наверняка очень красивый сорт Lambert Closs нежно-розового цвета, канадская парковая. Обратите внимание. Вот, так что приезжайте. Роз у нас превеликое множество.